Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я с подписчиком договорился, что я буду... Короче, я отдам ему скин. Вот этот скин. P350 не он. Сейчас я его спрячу. Он должен будет его найти. Он сидит пока на своей базе. Бросим-ка его вот сюда. Блядь. Так, теперь напишем ему. Ищи. Так. Будем стоять вот здесь, пока он не найдет. Как добавить площадку, я его ему сразу же отдам. Наверное, будет видео, поэтому скину, точнее, пабну. Так, он где-то тут бегает. Так. Уф, успел. Так, все. Спрятал я скин. Теперь он опять же будет искать. Так, куда наш подписчик подевался? Вот тут он у нас бегает. Он прошел мимо этих бочек. Давайте-ка пойдем за ним. Смотрите, как хорошо ищет. Будем искать, точнее, он будет искать 5 матчей, так как времени тут мало. Так. Прячем туда же. Так, где он? Вот там. Так. Так, где наш подписчик? Нашел. Отлично. И еще я разыграю, точнее, МК-40 Pro.
Так, давайте-ка ему напишем это. Вот, выбрал. Странное у него имя. Молоко. Так, ладно. Где бы спрятать? Все. Так, главное, чтобы этот чувак молоко ему не помогал. Так, где наш, скажем так, друган? Блин, сейчас найдет. Ищи, братан. Так. Ладненько. Нету там. Зря там ищешь. Надо. Так. Так, он где? Блин, я даже не успел его спрятать. Не мешайте, братаны. Давайте-ка сейчас спрячем. Теперь будет искать. Мы играем, допустим. А он ищет вообще? У него последняя попытка. Блин, у меня денег нету. Так, где он? Блин. Погодите.
Так. Прячем в том же месте. Вот здесь. Короче, допустим. Жаль, что времени мало. Так, давай ему подсказку. Блин, узель нашел, по-моему. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем, пацаны, пока.